И вот мы продолжаем наш сеанс, он подходит к концу. И, как бы в заключение я прохожу еще раз по двум сторонам одномоментно, как бы выравнивая то напряжение, которое создалось отдельно, как бы стабилизируя все точки, как бы это последние штрихи на лице. Еще раз по всем этим точкам лица я прохожу одномоментно. И в довершении сеанса мы проходим по точкам, которые... Ну что, тут активатор батареи сел. Проходим по точкам, отвечающим за зафиксировать эти точки. Скажите, что это за прибор? Прибор, вот воздействие на биологически активные точки электричеством как стимулятор. Так, сейчас на восьмом уровне, да, стоит? Погадайте. Да. Да, достаточно сильное, но воздействие у нас должно быть. Вот прошли по точкам, и теперь мы смотрим результат. Ну давайте сейчас, чтобы у нас девушка сама сначала оценила и поделилась своими впечатлениями. Так, Олесенька, тихонечко садимся. Может слегка кружится голова. Давайте посмотрим, да, что изменилось, как ощущение. О, вижу. На место стало, да? Ну вот да, вот скажи об этом, что ты видишь, чтобы это не я придумала, что ты видишь сама. Ну, что-то это сильно грубо. Ну, пожалуйста. Что, мы 5 лет, по-моему, делали, 10. Ну, не знаю, не знаю, скажи. Не, ну, не знаю, я даже писать не могу. Кстати, на мой взгляд, действительно, хотя это и странно, действительно заметно. Да? Чего странного-то, я же... Ну, симметрия уменьшилась, но не до конца, но действительно, как-то изменилось лицо. Нет, как не ушло? Мне кажется, совсем ушло. Есть еще. Есть еще. Ну, по сравнению с тем, что было, она, может, ушла, действительно. Сейчас потом мужа позовем, пусть он мужа, да, да, точно мужа. Ну вот тут у меня сильно была складка. Вот это вот. Она... Ну, то есть изменения видны. Вот чем особенно эта методика, что результат мы видим сразу. Теперь два слова о том, всегда спрашивают, как это держится, как это все. Значит, по методике это нужно делать 3 раза подряд с интервалом раз в неделю.
и дальше поддерживать раз в месяц постоянно. Ну, как говорится, красота требует жертв, это постоянная процедура. По полчаса. Вот. Не-не-не-не, 30 минут 15 одна половина, 15 другая. Вот обратите внимание, если Давид сейчас повернет камеру на Олесю, увидим, что она не может оторваться от своего лица. Из опыта работы, у меня уже много было таких пациентов, вот, это, ну, так иногда будет состояние шока, потому что человек не может поверить, что у него вот через полчаса поменялось лицо. Ну, вот такая методика, поэтому это авторская методика, есть, так сказать, патент на ее изобретение, вот автор перед вами. Так что вот, посмотрите. Ну, скажи два слова о том, что ты ощущала, как ты себя чувствуешь. Не, ну очень приятная процедура такая, можно уснуть. В отличие от введения ботокса и проблем, да. Это такой легкий массаж, скажем так. Ну и все-таки, вот скажи, пожалуйста, вот как бы в целом, да, вот то, что ты видишь, как вот ощущение, ну вот представь себе, что ты вот пришла на эту процедуру и вот видишь результат. Ну, что ты можешь сказать? Свежесть, я вижу свежесть, но вот, да, вот, я не знаю, мне вот сейчас вот это у меня, как говорится, большая, я давно себя вот эту проблему, она, ну я вижу, еще осталось, да, но намного, есть. Да, но намного, ну у меня был такой... Глубокий. Да, как сказать, я даже по-русски стало, сейчас стало не... намного. Да, так почти уже, ну вот я почти чуть-чуть осталась. Ну, это следующие сеансы, мы все увидим. Уйдет. Ну вот я обещал новое лицо, вот да. Чувствуешь, что оно новое? Да. Вот все. Все, спасибо, Олесенька. На этом мы вот так. Сеанс заканчиваем, да. Вот иди покажи мужу, пусть он тоже обрадуется. Если не узнает, я сделаю такое, как было. Все, спасибо за внимание. Смотрите, ну вот, кто хочет, звоните, приезжайте, будем делать вам такое лицо тоже.